Как выбрать первую правильную гитару? Хочется немножко рассказать о нашем подрастающем поколении, о детских гитарах и какие инструменты вообще лучше покупать детям. Если у вас ребенок, которому 8, 9, 10 лет, то оптимальный для него будет инструмент. Это классическая гитара размером 3/4. Гриф у нее меньше, расстояние между ладами меньше, корпус меньше. И от 8 до 10 вполне комфортно заниматься на такой гитаре. Если же вашему ребенку 6-7 лет, то для него лучше всего подойдет гитара еще меньше. Это половинка или гитара размером 1/2.